Привет, я Сирилла. Я играю за сборную России. А это мой партнер-защитник Влад, который сегодня мне поможет. Я начал играть в футзал в 12 лет, так что с этим видом спорта я на короткой ноге. Я играю столба. Эта позиция обычно ассоциируется с физической мощью. Мои задачи – держать мяч, пока партнеры выйдут из обороны, и бить по воротам. Мой личный козырь – удар с разворота. Это движение может быть очень эффективным для обмана защитника. Иногда можно развернуться вправо, что также осложнит жизнь опекуну. Получая мяч, я смотрю на защитника и начинаю движение в тот момент, когда он меня касается. Соперник остается сзади, и я бью по воротам с левой. Остановить меня очень сложно. Уходя вправо, стараюсь бить быстрее. Считаю себя быстрым и сильным. Стараюсь извлечь из этого выгоду, завершая финт ударом с левой. Иногда использую и правую ногу. Я показал вам один из своих любимых финтов. Он не слишком сложен, и я всегда стараюсь делать его идеально. Мне помогал мой лучший друг и один из ведущих игроков России, Влад Шаяхметов. Так что, ребята, усердно тренируйтесь и относитесь к спорту серьезно. Футзал набирает обороты. Пока!